Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города». С вами Анна Ерцовская. Праздничным партнером нашей программы является компания «Файербах». Огромный ассортимент пиротехники, европейское качество, подарки каждому покупателю. Ракеты, фонтаны, петарды, батареи салютов и хорошее настроение вы можете приобрести в магазине «Файербах» на парковке у торгово-развлекательного центра «Премьер». И вот некоторые темы сегодняшнего выпуска. В Новый год с новыми законами. Какие изменения ждут россиян? Школьная форма, быть или не быть. Итоги опроса подведены в Министерстве образования. Пожаров стало меньше. В Рязани были подведены итоги работы МЧС. Пожилые люди плачут. Лифты в девятиэтажном доме не работают на протяжении месяца. В середине декабря впервые в Рязанской области был проведен опрос родительской и педагогической общественности с целью выяснить их отношение к таким вопросам, как введение единого дня выпускника, организация учебного процесса и форма одежды школьников. Итоги опроса подвели 26 декабря в Министерстве образования. Инициатором проведения данного опроса выступили старшеклассники, отдыхавшие летом в лагере «Рубин». Именно они заявили, что было бы интересно опросить родителей и педагогов по наиболее важным и спорным вопросам, касающимся образовательного процесса. Самыми обсуждаемыми оказались три момента: график организации учебного процесса, предпочтительная форма одежды и введение в Рязанской области единого дня выпускника. Именно на эти вопросы 14 декабря ответили 68,5 тысяч родителей и более 9 тысяч педагогов. 26 декабря в Министерстве образования были подведены итоги опроса. По какому графику для вас предпочтительнее организация учебного процесса? Именно так звучал первый вопрос, и большинство отдали свои голоса за пятидневку. Полномочиями по определению режима организации образовательного процесса обладает образовательная организация. И, учитывая результаты опроса в каждой конкретной образовательной организации, общественный совет организации или орган общественного управления совместно с администрацией будет принимать решение о режиме работы школы. Также большая часть педагогов и родителей поддержали введение в Рязанской области единого дня выпускника. Третий вопрос коснулся предпочтительной формы одежды. Даны были два варианта ответа – единая школьная форма или деловой стиль. Большинство оказалось за первый вариант, хотя перевес был незначительный. В связи с этим у журналистов возник вопрос – единой форма должна быть для образовательного учреждения, муниципального образования или же страны? Когда мы рассматривали ответы на этот вопрос и беседовали, особенно с родителями, то некоторые высказывались прежде всего о единой школьной форме в целом Российской Федерации. Значит, то есть, что, как в старые времена, когда была единая школьная форма, но таких, я замечу, было немного. Но вот такое даже масштабное мнение было. Значит, единая школьная форма, конечно же, предполагает прежде всего единую форму в конкретной образовательной организации. Хотя это не исключает введение единой школьной формы в муниципалитете или в регионе. По мнению министра образования Рязанской области Ольги Щетинкиной, единая форма создает атмосферу семейственности в конкретной школе, регионе или же в стране. Но в нашей области на сегодняшний день единая школьная форма введена лишь в 25% школ. По результатам данного опроса будет проведен анализ, разработаны методические рекомендации и принято решение по каждому из вопросов в конкретных образовательных учреждениях. Но сделано это будет уже в новом году, а до конца 2017-го никаких изменений не предвидится. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». В Главном управлении МЧС России по Рязанской области подвели итоги работы в уходящем году. Отчетное мероприятие состоялось во Дворце молодежи. На него были приглашены главы районов, министерств и ведомств, образовательных учреждений и представители других сфер деятельности. Учебно-методический сбор начался с выставки служебной техники, которая круглосуточно стоит на страже безопасности рязанцев. В любое время года сотрудники МЧС оснащены всем необходимым оборудованием для предотвращения и ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций. Свои разработки представили и гости из других городов. Например, костюмы химзащиты с каждым годом становятся все менее тяжелыми и более удобными и составляют хорошую конкуренцию прежней разработке костюму L1. Да, сейчас выпускается его современный аналог. Вот вы в руках держите пример этого костюма, который одета вот на эту куклу. Это костюм «Корун-2». Ну, отличие, самое главное, это то, что ткань прорезинена с двух сторон. У него улучшены защитные свойства.
его более проще одевать и снимать. Кроме того, вот этот обтюратор позволяет снимать, менять противогаз в зараженной местности без попадания в подкостюмные пространства зараженного воздуха. Производство противогазов за последние годы также продвинулось вперед. Мы уверенно шагаем вперед в этом плане. То есть у нас появился противогаз уже в конце концов с панорамной лицевой частью и с универсальным фильтром. То есть не требуется приобретение каких-либо дополнительных фильтров и запасных частей к противогазу. Панорамная часть обеспечивает хорошую видимость, а вот эта разработка является средством эвакуации при пожаре. К нему не нужно подключать баллоны со сжатым воздухом. Вместо этого в течение 20 минут он способен сам перерабатывать углекислый газ и подавать кислород для дыхания. Еще одну полезную разработку представили рязанцы, сотрудники лучшей в ЦФО испытательной пожарной лаборатории. Тепловизор дает возможность распознавать пожар, когда он скрыт от глаз, например, при пожаре в здании. Снаружи можно наблюдать, как нагреваются его стены. Исходя из этого, становится понятно, куда перемещается огонь внутри помещения. Таким образом, принимаются меры для ликвидации возгорания. В своем отчете начальник главного управления МЧС России по Рязанской области отметил, что в 2017 году все показатели по сравнению с прошлым годом улучшились. На территории области произошло 858 пожаров, на которых погибло 52 человека. По сравнению с прошлым годом, количество пожаров уменьшилось на 4%. Число погибших уменьшилось на 27,8%. За год произошло две чрезвычайные ситуации. 6 апреля ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ и рейсового автобуса, где пострадал 31 человек и еще двое погибли. И 23 октября авария с участием маршрутки в центре Рязани, где пострадали 16 человек. Готовность органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Рязанской области были проведены проверены рабочей группой МЧС России во главе с министром Владимиром Андреевичем Пучковым. Глава МЧС высоко оценил готовность области к сезонным рискам. Благодаря своевременному реагированию в текущем году удалось избежать подтопления населенных пунктов, а также не были допущены лесные пожары. Кроме того, новые методы наблюдения за регионом с воздуха и с высотных зданий, расположенных на окраинах областного центра, позволили своевременно выявлять и тушить возгорание сухой травы на полях. Глава МЧС обрисовал направление деятельности структуры и в следующем году. Торжественное мероприятие включило в себя выступление представителей правительства и Рязанской областной думы. Кроме того, на итоговом сборе были вручены награды тем, кто в этом году отличился своим взаимодействием с МЧС, принял непосредственное участие в ликвидации ЧП или в пропаганде работы спасателей. Среди отмеченных управлением МЧС оказались кадеты, спасатели, пожарные, муниципальное образование, многие другие, в том числе и представители СМИ. Журналист телекомпании «Город» Анна Герцовская одержала победу в своей номинации на 9-м Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». На протяжении всего отчетного мероприятия перед собравшимися выступали творческие коллективы и звучали поздравления в адрес спасателей, которые отмечают в России свой профессиональный праздник 27 декабря. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Несмотря на торжественное мероприятие, структура МЧС работает в привычном режиме. Прямо во время подведения итогов произошло возгорание в одном из жилых домов в центре города. На месте побывала Ирина Ковалева. В 13:53 на пульт 01 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу Остров, дом 4. Незамедлительно выехали пожарные расчеты, которые оказались на месте происшествия через 8 минут после поступления вызова. Оказалось, что возгорание произошло внутри совмещенного санузла в одной из квартир трехквартирного дома. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. По словам соседей, в этой квартире проживали неблагополучно молодые люди, которые с места пожара, соответственно, скрылись. На место, помимо сотрудников МЧС, прибыли газовая служба, сотрудники полиции, а также скорая медицинская помощь. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Пожар был потушен в 14 часов 19 минут. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Во вторник, 26 декабря, Советский суд нашего города признал бывшего главного архитектора Рязани виновной и назначил наказание в виде штрафа в 5 миллионов рублей, лишение права занимать административные должности на 6 лет. Оглашать приговор Наталье Харибутовой начали еще в понедельник, 25 декабря. В этот же день она выступила с последним словом, признала свою вину и раскаялась. Напомним, в январе 2016 года директор одной из строительных компаний в качестве взятки за общее покровительство со стороны Харибутовой купил для подозреваемой и ее дочери авиабилеты бизнес-класса из Москвы в Пхукет на сумму около 500 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Сразу два ДТП произошло в понедельник, 25 декабря. Плохие погодные условия или беспечность водителей. Валерий Седов расскажет, какие факторы сыграли решающую роль в каждой из аварий. Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на 234-м километре автодороги Р-22 «Каспий». ДТП произошло примерно в 11 утра 25 декабря. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции, которые приняли экстренные меры по спасению пострадавших. По предварительной информации, 46-летний водитель грузового автомобиля с полуприцепом, двигаясь в направлении Москвы, совершая маневр обгона спецтехники, машина, которая очищала дорогу от снега, не учел сложные погодные условия, не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с другим грузовым автомобилем с полуприцепом, который двигался во встречном направлении. От удара оба транспортных средства загорелись. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель второго грузового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водитель первого грузовика с тяжелыми травмами госпитализирован. А легковой автомобиль «Дэо Нексия» получил механические повреждения. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства уточняются. Второе ДТП произошло в черте города, на улице Первомайский проспект, в 23 часа. Два легковых автомобиля не разъехались на регулируемом перекрестке. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. 32-летний водитель автомобиля «Шевроле» завершал движение на перекрестке уже на запрещающий сигнал светофора. Водитель «Тойоты» не убедился в безопасности движения и при вновь включившемся зеленом свете светофора начал движение. В результате происшествия водитель «Шевроле» и его пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу. Госавтоинспекция Рязанской области настоятельно рекомендует автовладельцам быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, а также выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий. Рязанцы ежедневно сталкиваются с проблемами в сфере ЖКХ, а некоторые страдают от них неделями. В одном из девятиэтажных домов в районе Дашковой Песочни продолжительное время отключены все 5 лифтов. Мы попытались выяснить, в чем же причина такого коллапса. Это 9-й этаж жилого дома, на который каждый день вынуждены подниматься люди. Пожилые граждане просто плачут от сложившейся ситуации. Лифт с 1 декабря здесь не работает. Жители 9-го этажа дома номер 22 на улице Зубковой – пенсионеры и молодые родители. У каждого из них есть свои причины для ежедневного пользования лифтом. К кардиологу через неделю ходим. Почитайте. Да, клиническая смерть. То есть у вас серьезные заболевания, и вам надо каждую неделю в больницу? Да, я в больницу хожу. Вера Алексеевна в сентябре этого года перенесла 2 операции на сердце после обширного инфаркта. Она очень благодарна врачам Рязанского кардиодиспансера, и для поддержания своего здоровья ей необходимо раз в неделю ходить на обследование пешком. Ее соседка Татьяна Федоровна ранее перенесла инсульт. Такое еще издевательство вот над нами. Прямо издевательство. Вот когда вы звоните в ЖЭУ или в ЖКХ, вам что там отвечают? Я говорю, мы голосовать не пойдем. Она говорит, там дежурный, кто там, не знаю, она говорит, ну и не ходите, будете без лифта жить. Жильцы не могут понять, почему все 5 лифтов в доме выключены. По их словам, они исправно платят за квартиры, общедомовые нужды и делают взносы за капремонт. Причем не только лифты, но и крыши дома постоянно подводят. Верхние 2 этажа регулярно залиты водой. Многие из семей получили здесь квартиры еще в советские времена, как эти мужчины, каждый из которых служил в авиации более четверти века. Люди военные, отдав родине столько... И что они сейчас от нас делают? ЖЭУ нам сказала, что этим вопросом должен был заниматься старший по дому. Но на это у него нет полномочий, он не юридическое лицо. Здесь должно было заявление было писать ЖКО, наше ЖЭУ, к которому мы относимся, и подать заявление, на основании которого нам должны провести были вот эту диагностику лифта. Почему они это не сделали, непонятно. Неужели нельзя заранее, за 3 месяца, может даже больше, включиться в эту работу и потихоньку, постепенно как-то решать проблему с лифтом? Ведь можно вполне. Я считаю, что к нам, к людям, относятся безобразно. Главное снес – взять деньги. Аж потом, куда они пошли, мы не знаем. В подъездах висят различные объявления. На некоторых из них говорится о том, что диагностика лифтов должна была начаться еще 15 декабря. Однако до сих пор никаких вмешательств не было произведено. Граждане с советской закалкой не понимают, как можно так безалаберно относиться к оборудованию и людям, для которых оно предназначено. Я воду не покупаю домой, потому что поднять невозможно.
Честное слово. И мне с ребенком, вот, например, да, нам 2 годика, мы с коляской даже не можем выйти спокойно погулять. Я его жду до вечера, чтобы мне спуститься с 8-го этажа. Кто-то ждет мужа домой, чтобы спустить коляску, другие просят детей сходить за продуктами. И все переживают о том, что в случае проблем со здоровьем неработающие лифты создадут дополнительные препятствия врачам скорой помощи. Люди напуганы, истощены морально и физически. По словам жильцов дома, пока в управляющей компании на вопросы о лифтах только отшучиваются и просят звонить в другие инстанции. Нашей редакции вовсе не удалось дозвониться до управляющей компании. Телефонный номер постоянно занят. Единственная информация, которой обладают эти люди, заключается в том, что 28 декабря состоится общедомовое собрание, а решение о запуске лифтов будет принято только после 9 января. Такой подарок на Новый год не пожелаешь и врагу. Анна Герцовская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В новом году в нашей стране в силу вступают законы, которые существенно изменят жизнь россиян в различных сферах, начиная от пенсионных выплат и заканчивая новыми правилами пользования соцсетями. О наиболее важных из них расскажем далее. Начнем с законов, касающихся денежных выплат. Во-первых, с 1 января 2018 года будет повышен минимальный размер оплаты труда с 7800 рублей до 9489. Его планируют приблизить к прожиточному минимуму, но этот процесс будет проходить в 2 этапа и завершится он только к январю 2019. Также с 1 января будущего года страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%. Стоимость пенсионного балла составит 81 рубль 49 копеек на сумму новой цены коэффициента и будет умножаться число начисленных пенсионных баллов. Еще одним показателем, влияющим на доходы граждан, является фиксированная выплата. Ее величина после индексации составит почти 4983 рубля. За счет индексации средний размер пенсии по стране повысится до 14 075 рублей, сообщает Пенсионный фонд России. Кроме того, пенсии пересчитают не с 1 февраля, как это было раньше, а с 1 января. Законопроект об этом был принят Государственной Думой сразу в 3 чтениях 15 декабря этого года. После подписания закона президентом страны и официальной публикации документ вступит в силу. Индексация касается получателей практически всех видов пенсии по старости, инвалидности, потери кормильца и не касается, как и в прошлые годы, работающих пенсионеров. Практика показывает на сегодняшний день, что количество работающих пенсионеров у нас в области уменьшается. И я думаю, что это, наверное, связано с тем, что когда ввели ограничения на индексацию пенсии работающим пенсионерам, многие стали увольняться с работы с тем, чтобы получать эти индексации. Но хочу отметить, что те пенсионеры, которые продолжают трудиться, мы им индексацию просто заморозили, а в момент ухода с работы мы все индексации, которые были в процессе их трудовой деятельности, мы их восстановим. С 1 января получить налоговые льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам станет проще. Теперь гражданам не придется в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы. Нужно будет просто заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа. Если надо, налоговики сами запросят нужные сведения у органов и организаций, у которых имеются данные о праве человека на льготы. После получения запроса от налогового органа ответ должен быть отправлен в течение 7 дней. С 1 января родители при рождении первого и второго ребенка начнут получать новые выплаты. Это будут ежемесячные адресные выплаты семьям, доходы которых меньше 1,5 прожиточного минимума ребенка в регионе, где они проживают. Средний размер пособия по стране в 2018 году составит 10,5 тысяч рублей в месяц. Минтруд уже подготовил и внес в правительство проекты нормативных актов, связанные с выплатой нового пособия на первого ребенка, сообщил глава ведомства Максим Топилин. Этим пособием смогут воспользоваться почти 50% семей. Действие мат-капитала будет продлено до 2021 года. Также с 1 января устанавливается запрет на перемещение по территории страны немаркированной алкогольной продукции в объеме более 10 литров на человека. Будут включать в специальный реестр перечень коррупционеров, уволенных с госслужбы в связи с утратой доверия. И планируется ввести запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров.
Это все новости на данный момент. Следите за событиями на нашем официальном сайте. До встречи. Жилой комплекс «Рассвет» в Дядьково – это пилотный проект фонда «Центр поддержки предпринимательства Рязанского муниципального района». Сбалансированные планировки одно- и двухкомнатных квартир, высокий уровень строительных и отделочных работ являются неоспоримым преимуществом данного проекта. Хорошая транспортная доступность и развитая инфраструктура в сочетании с тишиной и экологичностью загородной жизни. До конца октября действует акция «Скидка 3000 рублей с квадратного метра на квартиру». Квартира на пятом этаже. Приезжайте, выбирайте, покупайте, живите, радуйтесь. Внимание, внимание! Сообщаем сводку от Новый год Информбюро. Сегодня войска Деда Мороза обнаружили группировку настоящих европейских салютов. Город Рязань, торгово-развлекательный центр «Премьер», павильон на парковке. Салюты были окружены и сейчас сдаются на наших условиях. 50% от суммы покупки каждому покупателю в подарок. Успей! Будем держать акцию до 27 декабря. Повторяю дислокацию. ТЦ «Премьер», павильон на парковке.